кривой, что ли? Сейчас помогу. На разворот можно отдать. Прошел на красный в сторону площади Ленина. Пролетарий сейчас проходит. Экипаж стоит у проспекта. Передайте, пожалуйста, пусть перехватят. Он кривой в дрова вообще. 11-й без номеровки в ОЖД пошел. Темная 11-я, 347, сзади госномера нет, идет быстро, стено, уже на спуске, идем хорошо. Экипаж догоняет эту боту. Сейчас я спереди встану. Ну не надо, ну дайте нам поработать, что такое? Вы что, на работе находитесь? Да. Кем вы работаете? Журналистом. Ну занимаетесь. Ну занимаюсь. Нам тут тоже мешать не надо. Ну я вам не мешаю, что ли? Вообще на мост остановка запущена. Тут три полосы вроде как можно. А? Тут же три полосы вроде как можно. Ну, не знаю, три написано в правилах, что три полосы, где три полосы можно. Не знаю, надо посмотреть. Дай правила, четыре. Ну, вот я посмотрю, конечно. Я посмотрю, конечно, уточню с удовольствием. Ну, что там написано? Про мосты и стаканы. Ну, я вот вас спрашиваю сейчас. Что там написано? Два, не плачь. Да, да, обычно. Да. Сказали, где запрещена остановка? Я не собираюсь с вами тут правила изучать. Ну подождите, вы мне сделали замечание, что нельзя останавливаться на мостах и эстакадах. Вот, недавно было это. Было такое, у нас на камеру записано. Ну записано. Будем смотреть камеру. Видишь, и вот этот документ с собой. То есть здесь все-таки разрешена остановка стоянка? Да. Мы боремся с плохими инспекторами, с пьяными за рулем. Я считаю, это благородное дело вполне. Вот элементарно, вот даже я сейчас вижу, что инспектор не знает правил дорожного движения, за которые вы штрафуете и наказываете людей. Вы считаете это правильно? Вы считаете это правильно? Мы же в проезжей части. Да я-то уйду, не вопрос. Ну, пожалуйста. А как ему быть понятым, стоя не на дороге? То есть тогда обеспечьте как-то так процедуру. Обеспечить процедуру так, чтобы человеку было видно действие, которое происходит с задержанным. Есть окна у машины и двери. Ну вы же попросили меня подойти. Ну ладно, на парк. Товарищ капитан, вы руководитель, да, этого человека? Ну да, а что да. Такое? Когда мы подъехали, этот человек сделал нам замечание и сказал, что здесь остановка, стоянка запрещена, мотивируя тем, что это виадук. Мы посмотрели правила, в правилах написано, там, где три полосы, там можно. И вот как нам с этой ситуацией быть? Он вас оформлял или? Нет, не оформлял, сказал, что здесь остановка, стоянка запрещена. Значит, не разобрался, не прочитал правила. Ну, странно как-то, когда человек... Все бывает. Ну, пожалуйста, сделайте замечание, да, инспектору, что однозначно. Здесь разрешена остановка. Ну, да, человек, признайтесь нам, зачем пьяным за руль садитесь? Да я абсолютно не пьяный, как видите. Ну, а прибор же показывает. Ну, прибор может быть и недопустимые нормы показывает. То есть вы не согласны с результатом? Да, да. Не согласны.
На свидетельство не поедете в медицинское учреждение? Да. А если там подтвердится? Ну, как подтвердится? Если трезв. Установлен состояние алкоголя. А сколько? Там 38. Ну, вы же говорили нам, что вы трезво утверждали. Лучше говорить, что неделю назад. Ну, как видите, неделю держится алкоголь в крови, да? Вы куда подъедете, пока что составим на нашу группу. Вы по-прежнему не согласны? Ну, по состоянию заключения, что мне сказать. А зачем же тогда обманывали нас? Говорили, что трезвые, что не выпивали сегодня. Не, ну вы как считаете, я трезвый? Я алкоголь считаю, что нет, уже нет. Два освидетельства не прошли, которые показали, что вы пьяны. Ну, что я могу сказать? Так, ну, в принципе, там и другие понятые пойдут.